12 января в Усть-Каменогорске проводили в последний путь капитана погрануправления по Курдайскому району Ирзата Карменова, который погиб при выполнении боевой задачи по осуществлению поиска участников беспорядков и нападавших на здание Департамента комитета национальной безопасности в Жамбылской области. Тело офицера к родным доставили спецбортом. Проститься с военным пришли сотни человек – односельчане, друзья, родственники и сотрудники департамента пограничной службы по Восточно-Казахстанской области. Ирзат Карменов был уроженцем села Буран Восточно-Казахстанской области. Он принимал активное участие в жизни местной школы, был старшиной класса. Близкие говорят, что он вырос воспитанным и справедливым парнем. Был отзывчивым и всегда приходил на помощь. Дома его ждала супруга и двое детей. Ирзату Карменову был 31 год. В это же время в селе Большой Дихан Алматинской области проходили похороны рядового Шавката Армединова. Он вместе с Ирзатом Карменовым погиб при выполнении служебных обязанностей. Подвиг павших героев навсегда останется в наших сердцах.